Всем привет! Карнавал богов. Очень здесь у нас вкусные персонажи. Блин, вот еще, конечно, на призыв самородков посматриваю, но стремаюсь пока. Хочется, конечно, вот отсюда достать, ну, красных вот. Арадию или Карменту. Давайте, есть 13 призывов. За этот призыв спасибо сервису «Донат в игры». Ссылка в описании и чуть ниже на экране сейчас. И давайте смотреть, кого получится достать. Уж больно мне вот эта вот красная богиня вот эта вот доставляет просто попа боли в боях. И хочется ее к себе заиметь. Ну, конечно, не откажусь и от Юпитера тоже. У меня его нету. Так, и пока мы идем по тройкам, четверкам. Фоска. Есть такой персонаж прокачанный. Сейчас я его использую как раз для прохождения. Олеся тоже прокачана. Использую. Так. А как насчет пятерочек? Опять Олеся. Так, ну что, давайте X10. Понеслась, ждем. Очень жду пятерок. Которых у меня нету. Кармента, спасибо огромное. Есть. Олеся. Ну, давайте раскатаем губу. Вдруг еще что-то будет. Так. Теперь надо будет посмотреть, что она делает. Потому что я как-то ориентировался больше на предыдущего красного персонажа. Фоска. Карел. Так, по-моему, два еще осталось. Бриена. И кто здесь? Валенок. Так, Кармента, что ты делаешь? Распространяет все снимаемые недуги цели на врагов поблизости. Это цепочкой, так же как и горение там распространяется у этого, у Д'Артаньяна. Надо будет посмотреть. А так, в принципе, призыв удачный. Красный персонаж богов, у меня его не было. Спасибо, что досмотрели до конца, ребят. Вам удачи на призывах. Пока-пока.